Сейчас покажу один очень интересный способ, как можно привязать поводок к леске. Допустим, вот это наша основная леска. Где-то здесь мы хотим привязать поводок. Делаем обычную петлю. Берем леску для поводка, продеваем в петлю и делаем такую же петлю. Вот такая вещь получается, да, видно? Петля в петле. Зажимаем пальцем и одним концом лески, свободным, делаем 15 оборотов. Я считать не буду, сколько получится, столько получится. То есть, чем больше намотаем, тем длиннее будет у нас узел для поводка. Ну, допустим, хватит. Теперь конец поводка вставляем в петлю. Вот такая вещь получилась. И аккуратненько затягиваем по очереди. Сначала петли с одной стороны, потом петли с другой. Вот такая вещь. Соответственно, одну часть лески от поводка отрезаем. Получился вот такой узел, но это еще не все. Теперь надо сделать боковую петлю, чтобы перпендикуляр был хороший. Вставляем узел с поводком в петлю. И аккуратненько затягиваем. Так вот аккуратненько. То есть, напомню, желтая, точнее салатовая, это у нас основная леска, оранжевая это поводок. Вот мы привязали. Соответственно, сюда крючок. Вот такой способ. Всем спасибо за просмотр.